Нас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч лиги. Мы в финале. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки — вывести центрального нападающего на чужие ворота. На экране состав команд. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч лиги. Мы в финале. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки — вывести центрального нападающего на чужие ворота. На экране состав команд. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч лиги. Мы в финале. Стартовый состав на экране. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки — вывести центрального нападающего на чужие ворота. На экране состав команд. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого. Арбитр дал свисток, и мы смотрим финал Лиги Европы. Наверное, не стоит говорить, что интерес к этому матчу огромный и со стороны болельщиков, и со стороны прессы. Ведь на кону трофей, вот что сегодня главное. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Маурисио. Не прошла эта передача мяч у соперника. Хорошо мяч перехватили в атаке.